Вы когда-нибудь слышали о рабердаки? В переводе это резиновая удочка. Но нет, это не утки из вашей ванны. Это мощный инструмент в мире кибербезопасности. Если вы помните сериал «Мистер Робот», то именно такая флешка использовалась главным героем для взлома систем. Представьте себе ситуацию. Вы вставляете обычную, на первый взгляд, USB-флешку в компьютер, и в течение нескольких секунд она автоматически выполняет ряд действий. От открытия документов, каких-то программ, до установки каких-то неизвестных плагинов. Звучит как научная фантастика. На самом деле это реальность, и такое устройство называется RubberDucky. RubberDucky — это устройство, которое выглядит как обычная USB-флешка, работает как флешка, но на самом деле это далеко не флешка. В руках профессионала она может стать мощным инструментом в области кибербезопасности, позволяя быстро и эффективно внедрять вредоносные программы и собирать данные. И хотя многие из вас могут слышать о RubberDucky впервые, это устройство давно известно в сообществе кибербезопасности. RubberDucky — это коммерческий бренд, созданный компанией HAC5. Они были одними из первых, кто популяризировал концепцию Bad USB. Устройство, которое выглядит безобидно, но может нанести серьезный ущерб. Казалось бы, как такая маленькая штучка может уничтожить все данные на вашем ПК? Это что-то невероятное. В этом видео мы создадим свою версию RubberDucky, вдохновленную сценами из сериала «Мистер Робот». Приготовьтесь узнать, как превратить обычную флешку в мощный инструмент кибербезопасности. Но прежде чем мы погрузимся в мир создания такого устройства, я хочу подчеркнуть одну вещь. Информация, которую я сейчас расскажу, предназначена исключительно для образовательных целей. Использование RubberDucky для незаконных действий не только недопустимо, но и может привести к серьезным юридическим последствиям. Многие из вас, возможно, думают, что создание RubberDucky — это сложный и дорогостоящий процесс. Но что, если я вам скажу, что вы можете создать свой собственный RubberDucky всего за несколько долларов? И все, что вам нужно, это плата DigiSpark, работающая на микроконтроллере от Tiny 85. От Tiny 85 — это небольшой, но мощный микроконтроллер от компании Atmel. Он имеет 8 килобайт встроенной памяти, что более чем достаточно для большинства задач. Благодаря своему компактному размеру и низкой стоимости, он идеально подходит для создания вашего RubberDucky. Перед тем, как начать, нам нужно подготовить нашу рабочую среду. Для этого мы будем использовать Arduino IDE, бесплатное программное обеспечение, которое позволяет легко программировать микроконтроллеры. Если вы на Windows, как я, то вам нужно будет установить драйвера. Ссылку вы найдете, решив вот этот интеграл. Ладно, шучу, ссылка будет в описании. Поэтому спокойно можете перейти, открыть и установить драйвера. Скачиваем, разархивируем архив и устанавливаем драйвера. Для Linux вам нужно будет установить библиотеку libusb. Также некоторые полезные ресурсы я оставлю в описании. Подключаем DigiSpark и переходим в диспетчер устройств. Тут должно появиться устройство libusb-win32 drivers. Если устройство отображается серым цветом, тогда выбираем и обновляем драйвера. После этого у вас все должно заработать отлично, и устройство будет отображаться в системе. Если вы подключаете свой DigiSpark к ПК, к ноутбуку, и по какой-то причине он не отображается в системе, в диспетчере устройств, то проблема очень простая. Не спешите переустанавливать драйвера или какие-то программы дополнительные искать. Это все не надо. Все очень просто. DigiSpark работает на USB 2.0. В современных ПК и ноутбуках USB 3.0. Поэтому решение здесь простое. Либо использовать переходник или USB Hub, который поддерживает USB 2.0. Либо, как я сделал, это припаять USB 3.0 прямо напрямую к DigiSpark.
Все очень просто. Мы берем любой провод, который работает на USB 3.0, например, от вашего смартфона, отрезаем разъем и припаиваем прямо к DigiSpark. И все работает великолепно. Переходим в Arduino IDE, и в конце настроек мы должны найти поле «Диспетчер URL адресов дополнительных плат» и ставить внутрь следующий URL адрес. Он также будет в описании. После нажатия ОК мы переходим в меню «Инструменты», «Tools», и оказавшись там, мы переходим к опции «Платы», где откроется новое всплывающее меню, из которого мы выберем опцию «Менеджер плат». Теперь мы используем поисковую систему, чтобы найти библиотеку DigiStamp AVR Boards. И нажимаем кнопку «Установить», чтобы загрузить и установить драйвера для нашей платы. Если мы теперь вернемся в меню Tools Board и спустимся в всплывающее меню, мы увидим, что платы DigiStamp AVR уже доступны. Чтобы прошить наш DigiSpark, нам нужно выбрать DigiSpark по умолчанию 16.5 МГц. Ну а теперь давайте перейдем к самой интересной части – написание кода для нашего Rubber Ducky на Atene 85. Не беспокойтесь, если вы новичок в программировании, я постараюсь объяснить каждую строку кода. В этом коде мы используем библиотеку DigiKeyboard, которая позволяет нашему Atene 85 эмулировать клавиатуру. В функции setup мы задаем начальную задержку, чтобы дать времени компьютеру распознать наше устройство. В функции loop мы отправляем комбинацию клавиш Win плюс R, чтобы открыть строку «Выполнить». Затем вводим команду notepad и нажимаем Enter. После этого мы вводим текст «Hello World» в открывшемся блокноте. Теперь давайте загрузим этот код на наш микроконтроллер. Но перед этим учтите особенность DigiSpark. Подключите устройство к USB только после того, как Arduino IDE начнет процесс загрузки. Вы увидите сообщение в консоли Arduino IDE с просьбой подключить DigiSpark. Теперь подключаем DigiSpark. Ждем некоторое время, пока наш ПК определит, что это за устройство. И вот, наш код успешно загружен на Atene 85. Теперь, когда вы подключите этот микроконтроллер к любому компьютеру, он автоматически откроет блокнот и напечатает Hello World. Если у вас DigiSpark работает плохо и пишет странные символы, это из-за вашей раскладки клавиатуры. По умолчанию, плата использует американскую раскладку клавиатуры. Лично у меня она работает на испанской раскладке. Ну а теперь глянем на второй пример. Он выглядит гораздо интереснее. Тут мы открываем ссылку в браузере, которая имитирует взлом компьютера. Мы также это делаем через встроенную функцию Windows «Выполнить». Открываем клавишей Win плюс R и вставляем ссылку. После нажимаем Enter. Ждем 2 секунды, чтобы наш сайт открылся. И нажимаем клавишу F11 для того, чтобы открыть окно в полномасштабном режиме. Если вы хотите еще интересных кодов для этой платы, они уже доступны на Patreon, отдельно в магазине или по подписке Advanced за $5. Теперь у вас есть свой собственный Rubber Ducky, но помните, с великой силой приходит великая ответственность. Как вы уже поняли, Rubber Ducky — это не просто игрушка. Это мощный инструмент, который может быть использован в различных областях. Давайте рассмотрим его применение в образовательных и исследовательских целях. Во-первых, Rubber Ducky может быть отличным инструментом для обучения студентов основам кибербезопасности. С его помощью можно демонстрировать различные атаки, методы защиты, показывая студентам реальные угрозы и способы их предотвращения. Во-вторых, для исследователей в области кибербезопасности Rubber Ducky может стать инструментом для тестирования и анализа различных систем. С его помощью можно проводить тесты на проникновение, исследовать уязвимости и разрабатывать новые методы защиты. С
Спасибо, что были со мной на протяжении этого урока. Надеюсь, что информация была очень полезной, и вы сможете применить полученные знания в своей практике. Если вам нравится такой контент нашего канала, не забудьте подписаться и оставить лайк. Для дополнительной поддержки вы можете стать нашим спонсором на Patreon, ссылка в описании, или воспользоваться платной подпиской прямо на YouTube. И помните, в каждом бите информации скрыта история. Будьте теми, кто ее читает, а не те, кто ее пропускает. Спасибо за внимание.